Это основная станция водоснабжения города Раменское. Объем резервуара с чистой водой – 12 тысяч кубов. Основное потребление идет именно от нее. Каждый год в паводковый период здесь производят хлорирование гипохлоритом натрия, которое делает воду безопасной. Вода наша, она и так постоянно контролируется согласно программам производственного контроля на качество воды. Но в паводковый период мы работаем как бы на опережение. Эта вода хлорированная контролируется по остаточному хлору, который концентрация его является безопасной. Но в то же время эта вода лишний раз безопасна по бак-загрязнению. А это водонапорная насосная станция в поселке Речицы, номер 504. Здесь недавно пустили в эксплуатацию станцию обезжелезивания. Она первая в Гжельском Кусте. В проекте также предусмотрена автоматическая система хлорирования. Производительность станции около 1000 кубов в сутки. По норме водопотребления это 4000 человек. Она обеспечивает водой уже чистой водой. Это поселок Речица, это улица Совхозная и часть поселка Электроизолятор. Уже жители, у них есть отзывы, которые именно почувствовали разницу качественного водоснабжения. Виктория Самойлова, Сергей Григорьев и Андрей Минкин для программы «Городские вести».